спину прямо, носик тянут. Танцующие стараются не сбиться с ритма и счета, а также ненароком не наступить на ногу партнеру. Вальсировать ребята научились буквально несколько дней назад. Вообще он учится, в принципе, легко, но были сложности, конечно же. Путались ноги, шаги. На самом деле ничего трудного нет, просто нужно знать счет и двигаться. В принципе, мне кажется, это каждый может. Как к любому балу, к этому событию готовились заранее. Важно не только вальсировать научиться, но и выглядеть соответствующе. Наряд выбирали очень тяжело, не знали на самом деле, что одеть. Помогали преподаватели, как-то определенный стиль. Юбки шили, прически сами. Просто нам сказали сделать косички. Фестиваль под открытым небом «Вальс Победы» в эти дни проходит на 14 площадках города. Даже в самых отдаленных уголках областной столицы. Такая традиция проводить разные балы в нашем городе. Она уже несколько лет складывается, и у нас нет такой школы, где бы дети не танцевали. К танцующим под открытым небом школьникам могут присоединиться все желающие. И горожане не упускают эту возможность. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».